Безбоков Владимир Михайлович, генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной войны, войны с Японией, герой Советского Союза, почетный гражданин города Иркутска. Родился 14 июня 1922 года в Аткарске, Саратовской губернии, в семье военного. Окончил с отличием среднюю школу, Саратовскую военную школу летчиков, в армии с 40-го года. Воевал в составе 7-го гвардейского краснознаменного гатчинского тяжелого бомбардировочного авиаполка 18-й воздушной армии. Активное участие принимал в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в Курской битве, в освобождении Финляндии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. За проявленный героизм и мужество 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Участник исторического парада Победы 24 июня 1945 года в городе Москве. Скончался 3 августа 2000 года и похоронен в городе Иркутске. В честь Безбокова Владимира Михайловича в городе Иркутске установлены 3 мемориальные доски и названа улица в его честь.